сорта георгин. Классифицируются георгины по форме и строению соцветий. В современной культуре насчитывается 12 основных классов георгин, но по мере появления новых сортов появляются и новые классы. Итак, самые популярные сорта георгин. Простые георгины, имеющие один ряд цветков, достигающих в размере 10 см, высоту от 45 до 60 см. К простым георгинам относятся сорта Yellow Hammer желтого цвета, розовая Princess Marie Jose, красновато-оранжевая Оранжат. Анемоновидные, от одного и более рядов краевых цветков, в середине цветки вытянутые трубчатые. Соцветия достигают диаметра 10 см, в высоту от 60 до 90 см. Самые популярные сорта – Вера Хиггинс бронзового цвета, желто-лиловая Люси, красная Комет. Воротничковые георгины те же размеров, но выше, от 75 см до 120 см. Имеют один краевой внешний ряд цветков. Поверх него находится ряд более коротких и скрученных цветков другого цвета, выглядящий как воротничок. Чимбуразо – красный с кремовым. Ля Джоконда – алый с золотым. Клер де Луна – желтый с кремовым. Пионовидные георгины чуть крупнее, от 12 до 15 см. Плоских краевых цветков от двух и более рядов. В центре – трубчатые цветки. В высоту достигают тех же размеров, что и воротничковые. Популярный Fascination лилового цвета и пунцово-красный георгин симфония. Декоративные. К ним относятся лиловые гигантские Джоконда, крупные желтые Thames Valley, миниатюрные оранжевые Дэвид Ховард. У всех сортов махровые соцветия от 8 до 25 см в диаметре, высота до 60 см. Шаровидные георгины представляют собой махровые соцветия круглой и иногда приплюснутой формы, шириной от 8 до 15 см и высотой от 90 до 120 см. Красного цвета Дорин Хейс, желтый Эсман и красно-персиковый Кричтон Ханы. Помпонные, имеющие форму шара махровые соцветия от 5 и более сантиметров в диаметре. Краевые цветки свернуты с тупыми или закругленными концами. В высоту достигают от 90 до 120 сантиметров. Розовые Нарин, Холмарк цвета лаванды и бледно-лиловые Виллоус Вайолет. Кактусовые георгины имеют махровые соцветия диаметром от 8 до 25 сантиметров и более. В высоту достигают 90-150 сантиметров. Краевые цветки свернутые, узкие и острые. Гигантский розовый Денни. Миниатюрный желтый пируэ, крупный красный визит, мелкий красный Дорис Дэй. Полукактусовые. Махровые соцветия диаметром от 8 до 25 см, высотой от 90 до 150 см. Краевые цветки свернуты от середины длины к концам. Крупные желтые Нантенен, миниатюрные желтые Yellow Mood, среднего размера оранжевая Autumn Fire и белые мелкие White Swallow. Нимфейные, похожие на водяные лилии, махровые, красивой правильной формы, в диаметре от 7 до 20 см, в высоту 70-130 см. Лиловые Brush Stokes, нежно-розовая Генри Хок, белоснежная Женет. Смешанные, виды георгин, не похожие ни на какие другие из перечисленных сортов.